Кургане начала работу новая пожарная часть, единственная в своем роде. Теперь курганские МЧСники смогут участвовать в ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации. 1 июля 105 сотрудников получили удостоверение и заступили на боевое дежурство в специальной пожарно-спасательной части Федеральной противопожарной службы по Курганской области. Все они с опытом работы и багажом профессиональных навыков и умений. Новое подразделение будет специализироваться на ликвидации чрезвычайных ситуаций радиохимических аварий как в Заурале, так и на территории России. Для быстрой адаптации в особых условиях работы сотрудников будут обучать ветераны службы. Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков рассказал, пока в наличии еще не вся техника, но в скором времени появится все необходимое. На сегодняшний день та техника, которая была, она у нас здесь остается, и министерством приобретается новая техника, специализирующаяся именно для ликвидации вот этих аварий радиационно-химических.